Это поврежденный пожаром дом семьи Седометовых в селе Золонкой Бахчисарайского района. Несчастье произошло 15 марта. Огонь вспыхнул в 4 часа дня на втором этаже дома из-за замыкания в электрической проводке. В этот момент вся семья находилась в доме. Подъехала к дому машина. Я с окна вижу, мы были на первом этаже. И с машины выходит мужчина, женщина и бегут прямо к нам в дом и говорят, что у вас там дом горит. Я выбежал на улицу, увидел, что дым идет с-под крыши. Зашел в дом, поднялся на второй этаж, и там огонь уже распространился сильно. За 30 минут огонь уничтожил кровлю дома, строительные материалы и инструменты, которые семья хранила на втором этаже. Две пожарные машины 4 часа боролись с огнем, но в результате тушения от воды пострадало имущество на первом этаже. Сплит у нас капало на первый этаж, но у нас вот в двух комнатах натяжной потолок, там мы просто слили с него воду и все, а в остальных комнатах сплит, наверное, до сих пор капает. Первый этаж, да, по милости Аллаха, он остался практически вообще невредим. Там единственное, где личный проем, там немножко сверху падали, вот стропил и балки, вот там такое немножко совсем возгорание было, но это все там... потушили быстро. За несколько дней с помощью неравнодушных людей удалось разобрать крышу дома, вынести обгоревший строительный мусор. Демонтаж тоже люди приходили, да, до сих пор приходят, и демонтаж помогали делать, и убираться помогали, и продуктами помогали. Там сейчас хотим заняться кровлей. Балки, перекрытия, стропилы, там ничего не осталось, там только металл и то железо осталось, там алюминиевые инструменты, все сгорело. Только металл остался, железо именно. На первом этаже этого недостроенного дома Седометовы с тремя детьми прожили около 8 лет. Энвер Бей строил его своими руками. Теперь крышу дома нужно возводить с нуля. Для восстановления дома им необходима финансовая поддержка. Помочь семье можно, перечислив средства на счет.